Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть. Я правой клавишной если нажимаю? Я не могу отправить. О, отправилось. И чё? Hello? Бэт Люк, я такой еще, ребят, ни разу не встречал. Так, ставлю потихонечку дальше ваши треки. Что мне батлнет не заходит? Секундочку. Небольшой рассказ. Это же Влад, но... А, пойдите, он просто... А, он собил, какие-то тройки не он забрал. Нет, что такое? Когда бы ты раз показывал комочка? Ну вот с этим... беда. По-моему, комочка вы давно не видели. На стриме именно. То есть вы видите его в Телеграме, эксклюзивно, прям в Телеграме. Такой, вау, посмотреть на комкам, но... Так, возможно, вы его не видели. Немножко просто стыдно бафать картёжник, который на продажу пойдет. Ну ладно. Тиквей что-то меня прям вообще уничтожили. В хламину. Так, ну все, все, комочек. Поздоровайся с чатиком. Поздоровайся с чатиком, скажи чатику привет. Ребята, всем, всем здорово, ребята, всем привет. Всем привет, я комочек, всем привет. Вот так. Как у вас дела? Давно вас, ребята, не видел. Всем привет. Так, сейчас с терпеливого разведчика нахожу Мирмидона. Есть. Есть, парни. О как. О как, что-то умеем. Блядь, походом. Какие голоса на заре. Мы танцуем же сегодня. Последнюю с мадерами пляшем. Потом на перекур я пойду. Толкнем Жигулю. А ну нах. Такси возьму. Воровы ба-ба-ба. Сейчас, ребят, жестко думаю. Может быть, на следующий левел просто? В принципе, может, да, наверное. Наверное, может. Так, ставлю сейчас, секундочку, следующий трек. Хипи, твой трек поставил в очередь. Есть. Нормально. Нормально, Сидион. Арслан, ты можешь дробителя закосплеить? Я могу закосплеить его тем, что у меня сейчас этот... На осколки так пш, разлететься.
Подожди, дробителя может быть, но я вон сижу, жду, когда дробитель позолотится. Я думаю, продать сейчас Мирбидона, поставить канонира и забрать плюс монетку в руку. Здорово, что не здорово, что какой? Ну так здорово, здорово. Кто-то не поздоровался. Здорово, ребят, здорово. Как не здорово? Привет, ребят, привет. Пегги позолотится. Ну я ставлю эту штуку, как раз, чтобы Пегги позолотилась. Наведи на билку, пожалуйста, конечно, конечно. Веру пиратам получать один золотой. Так же, как и карта дробителя работала. А трек фаната Севернейма я поставлю, ребят, трек фанатам. Жесткий забав, конечно, идут. Он стоит в очереди, если что. Ты чё, опять до меня докопался, парик говорящий? Я же спал. Так, не надо тут. Никого не трогал. Буги. Где-то, ребят, такое уже видел. Что-то это мне как будто напоминает. Шесть разыграет, два первых дроба достать. Так, пираты много. Но я, наверное, с ним справлюсь, да? Через яды, через что-то такое. Куда, наверное, что-то подобное даже сделаем. Так, пираты 5.
Ну-ка вот так поставим. Может быть, он там себе стенку оставил 2-1. Это шанс, конечно, прям мизерный, но вдруг. Не, не важно. Абсолютно, ребят, не важно. Так, трек еще дальше, ребят, составлю. Да, что громко-то. Играл же трек, но играла другая немножко версия. Там трек жопа называется. О, комочек поставил трек, в очереди называется жопа. Уже такой паузы, наверное, ждали. Сейчас Винни-Пух, наверное, запоет или что-то подобное. Карта, она и существует, что? Еще одна? У нас будет же триплеты. Ну, допустим, ребят, допустим, вот это вот мы. Громче, да не-не, так нормально играют. Не нужно громче. Ребят, жестко баланс скучился. Знаете, так соскучится. Надо трепет собирать. Не будем ее пока ставить. Ну, без поросят, ребят, без поросят. Так, роу. Трепет. Трепет. Хорошо. Хорошо. Это буги, да? Это буги. Быстрее. Мы шибаба найдем туда. Блин, был маскировку забрать. Фак. Что на ребе собирается? Не хватит, да? Не хватит.
Есть. Есть, ребята, есть. Я боялся, что там сейчас будут всякие грязные штуки. Он дется сетов и пойдет просто яда собирать. Потому что в этот раз мурлоки есть, если там всякие яда с руки призывались, это жестко было бы. Это просто невозможно. Блин, там мурлоки, это очень плохо. Это очень плохо, ребят, очень плохо. Да не нужен такой триплет. Как бы надо делать так и так. Как будто двойцы ставлю, потому что там могут быть что вроде королевы богомолов и возможность этого на ребора снимать. Ни одной королевы богомолов. Просто юзли вообще даже яд не сняли, ничего не сделали. А, сразу же в яд летел. Но там ваш карт нет. Блин, хорошо, что у чуваков не собирается вообще нифига. Никаких ядов в руку, ничего нет. Просто все, голенькие сидят. Так, хорошо, следующий трек ставлю. Вроде как нормально, неосуждаемый. Call ass. Ребят, кстати, у вас вообще дела? Яда, призыв с руки, ну вот-вот, прям максимальный яд. Все яды, которые есть, все выкупает. Так. Дайте сюда. Дайте сюда, завяжите бумажечку. Очень жестко, конечно, крупье качается, потому что каждый раз, когда вы выкупаете пирата, у вас идет с пассивки голда, и за счет этого она получает 2-2, то есть... Купил пирата, эта пиратка получила 2-2 статы. Дробил коляску, ну да, мы должны были дробить коляску, потому что он нас не обгонит, мы же дробители на пиратах.
Дробитель на пиратах, где вот эта штука, которую в самом позе нашли, она просто больше всех раскачивается. Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть.